Привет! Меня зовут Каимов Даниил. Сегодня мы изучаем физику, а тема нашего урока – испарение и конденсация, скорость испарения, насыщенный пар и влажность воздуха. Что же такое испарение? Испарением называют процесс перехода вещества из жидкого агрегатного состояния в газообразное. Обычно выделяют четыре агрегатных состояния, но мы с вами изучаем и знаем только три из них. Это газообразное состояние – жидкое и твердое тело. Процесс перехода же из жидкого агрегатного состояния в газообразное называется испарением, как видно на схеме. Обратимся к нашему жизненному опыту. Что произойдет с лужей, образованной разлитой водой со временем? Правильно, она высохнет. И возникает ворох вопросов. Из-за чего лужа высыхает? Можно ли как-то ускорить этот процесс? И одинакова ли скорость высыхания для любой жидкости? Чтобы ответить на все эти вопросы, Нужно вспомнить, что скорости движения колеб... или колебания молекул в различных веществах различны. В различных агрегатных состояниях веществ различны. На данном слайде представлены три, три агрегатных состояния. Слева направо твердое, жидкое и газообразное. На слайде видно, что в твердом состоянии молекулы не двигаются, они колеблятся. И связи между данными молекулами в веществе достаточно сильны. В жидком состоянии молекулы уже двигаются, но связи по-прежнему достаточно сильны для того, чтобы отдельные молекулы смогли далеко улететь друг от друга. И в газообразном состоянии молекулы практически не связаны друг с другом и двигаются достаточно быстро. Испарение происходит из-за того, что наиболее активные молекулы покидают верхние слои жидкости. На данном слайде видно, как молекулы движутся из толщей жидкости к ее поверхности, а затем переносится в воздух. Данный процесс, помимо испарения, также называется парообразованием. Зная как проис... физику процесса испарения, мы можем сказать с вами, мы можем сказать, что испарение происходит при любой температуре у любого жидкого тела. Чем сильнее связи молекул в жидкости, тем медленнее она испаряется. И жидкость при испарении остывает, понятно из-за того, что если наиболее активные молекулы покидают толщу жидкости, то общая энергия этой жидкости уменьшается. Далее разберем процесс, который называется процессом антагонистом или конкурирующим процессом. Процесс конденсации – это процесс перехода вещества из газообразного агрегатного состояния в жидкое. На знакомом нам слайде мы видим, что обратный процесс испарения называется конденсацией. Конденсация происходит из-за того, что наименее активные молекулы, условно говоря, падают на жидкость. На данном слайде видно, как молекулы движутся сверху вниз и из воздуха перемещаются в жидкость. Зная физику процесса конденсации, можем с вами сказать, что конденсация происходит также при любой температуре, как и испарение. И при конденсации пара в жидкость температура последней увеличивается в противовес испарению. Рассмотрим с вами факторы, влияющие на скорость испарения. Первый фактор. Если мы увеличим количество быстрых молекул, то испарение, испарение увеличится. Как же увеличить количество быстрых молекул в жидкости? Для этого достаточно жидкость просто нагреть. Второй фактор. Можно увеличить общее количество молекул на поверхности жидкости. Все мы с вами прекрасно знаем, что если мы разлили воду, то лучше растереть эту воду на большую площадь, и тогда испарение увеличится. Для того, чтобы выделить и осознать третий фактор, Необходимо знать, что процесс испарения и конденсации находится в постоянном динамическом равновесии. Из-за того, что они находятся в равновесии, над поверхностью жидкости образуется прослойка, которая называется прослойкой пара. И данный пар может находиться в трех... может быть назван тремя способами. Пар над поверхностью жидкости может быть ненасыщенным, если скорость испарения с поверхности жидкости больше скорости конденсации. Пара может называться перенасыщенным, если скорость испарения меньше скорости конденсации, и пара называется насыщенным, если скорости испарения и конденсации равны. Стоит заметить, что э, если мы увеличиваем скорость испарения, то также будет увеличиваться и скорость конденсации. Так мы можем с вами выделить третий фактор: удаление пара с поверхности жидкости приводит к ускорению процесса испарения. Перейдем к следующей теме. Влажность воздуха. Выделяют два типа влажности воздуха. Абсолютная влажность воздуха и относительная влажность воздуха. Абсолютная влажность воздуха ⁇ это просто плотность водяного пара, содержащегося в воздухе. Данная физическая величина измеряется так же, как и плотность в килограммах на метр кубический. Относительная влажность воздуха. Здесь определение уже немножечко посложнее. Относительная влажность воздуха – это физическая величина, равная отношению плотности водяного пара в этом воздухе к плотности насыщенного пара при той же температуре в выраженных процентах. Данное определение записывается следующей формулой. φ равно ρ делить на ρ насыщенного пара умножить на 100%. Давайте поговорим с вами о том, что такое ρ насыщенного пара. Когда вы будете решать задачи, вы можете пользоваться, например, данной таблицей и зная температуру воздуха, вы можете узнать плотность насыщенного пара. Например, при 20 градусах по Цельсию плотность насыщенного пара составляет 17,3 грамм на метр кубический. Температура, при которой относительная влажность воздуха равна 100%, называется точкой росы. Точка росы и также при достижении этой температуры образуется туман. Приборами для измерения относительно влажности воздуха, является психрометр или гигрометр. Слева вы видите психрометр. Это два, э, два термометра, на один из которых надета э, мокрая тряпка. Соответственно, они показывают разные температуры, и при помощи разности температур, пользуясь таблицей, можно узнать относительную влажность воздуха. И гигрометр. Это э, обычно состоит... Из человеческого волоса, зажатого в клемах, как мы все знаем, человеческие волосы изменяют свою длину в зависимости от влажности воздуха. Также мы можем снимать с него показания и оперировать влажностью воздуха. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.